Больше вопросов нет. Но я предлагаю сократить сроки поставки второй партии, скажем, на неделю. Успеете? В целом согласен. Единственное формальное замечание по срокам поставки второй партии. Какое замечание? Просит сдвинуть ее на неделю раньше. На неделю мы согласны. Ваше предложение принято. Тогда еще кое-что. Мисс Полякова, вы прекрасный переводчик. Мне будет очень приятно продолжить общение с вами в дальнейшем. Вы приедете на презентацию нашего проекта в Дубае? К сожалению, нет. Я не сотрудник этой фирмы. Я студентка, специально брала небольшой отпуск в институте и заканчиваю свою работу вместе с вашим отъездом. Очень жаль. Мне тоже. Чем он опять недоволен? Скажите, господам, моим юристам нужна еще пара дней для изучения договора. Но вы же все решили. Еще нет. Вы заканчиваете вместе с моим отъездом. Мой отъезд откладывается. И мы еще пообщаемся с вами, Лена. Он не подпишет договор сегодня. Почему? Поменяйте переводчика. Возьмите парня, а не девушку. Они отвлекают от бизнеса. Да что случилось? Лена! А вы не видели? А что? Он передумал подписывать контракт и решил остаться в Москве, когда понял, что я не поеду с вами в Дубай. Сколько тебе платят в агентстве? В смысле? Мы тебе 2 раза больше заплатим. 3. Ему на эту сделку наплевать. Переводчицу захотел. А наши вообще не бизнесмены, а сутенеры. Ну и зачем ты на это подписалась? Слушай, выйдешь за меня, я на пушечный выстрел этих тварей к тебе подпускать не буду. Макс, я сейчас серьезно. Так я серьезно. Может, встретимся? Я, правда, очень соскучился. Прямо сейчас. Где? Хватит! Максим, ты сорвешь, я прошу тебя! Согласишься, перелезу? Ты знаешь, что я тебя люблю. Тогда выходи за меня. Я выйду за тебя. Доволен, все? Ты это говоришь, чтобы я не прыгал, да? Нет, я говорю, потому что я тебя люблю. Целуй. Все? Все. Полезли? Полезли. Молодец. Убить тебя, мало! Ну нельзя так делать. Можно. Это нечестно. Честно? Все равно. Ну и прекрасно. Значит, вернемся к обсуждению этого вопроса после окончания института. Пойдемте чай пить. Так, институт я уже заканчиваю, у меня защита скоро. Ну, а Лена на 3-м курсе, ей учиться и учиться. Ну и хорошо. Пусть она учится, это не проблема, это даже наоборот. Мы можем больше времени проводить вместе, я ей могу помогать. А если вас беспокоит финансовый вопрос, то я могу ее обеспечить, я работаю. Да, где? Я взял Максима к себе. А, вы сговорились? Мама. То есть вы все уже решили, а меня ставите перед фактом? Да все факты тебе известны, ну что ты. Максим заканчивает институт, между прочим, с красным дипломом. Прекрасный проектировщик, такие нужны в компании. А позволь тебе напомнить, что это наш дом, а не твой офис. С каких это пор мы проблемы компании решаем на семейном совете? Не надо сейчас становиться в позу, ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю. А можно хотя бы сейчас без скандалов, да? Можно, если ты научишься родителей слушать. Я уже взрослая, и это моя жизнь, и решение в ней принимаю я сама. Слышишь, что она говорит? Это фраза из какой-то рекламы, я не знаю, газировки, кроссовок. Ладно, простите, я пойду. До свидания. До свидания. Извини. Проводишь? Да, я, пожалуй, тоже пойду. Сядь, останься. Хотела поговорить, давай поговорим. А о чем тут говорить, мама? До свидания. До свидания. Теперь объясните мне, откуда взялся этот проныра? Почему взялся? Он уже... Какой проныра? Ты посмотри, как он уже пролез к отцу в компанию. Сейчас не надо. Ой, не надо мне сейчас говорить про красный диплом. Понятно, что ты взял его как будущего зятя. Что вы о нем знаете? Сколько ты с ним встречаешься? Года нет. Да она же любит его. Да? А он ее?
Ты глаза его видел? Такой обманет, не моргнет. Мама! Сколько можно доставать меня? Молодцы. Свет, ну что ты завелась? А что, я не права, что ли? Хорошо, хорошо. Расскажи мне про этого Максима. Ты явно знаешь больше, чем я. Деловой парень. К Ленке относится серьезно. Очень деловой. Ладно. Пойду я почитаю и спать. Потрясающе. Все, поговорили. Граф, иди ко мне в ночь. Иди скорее сюда. Иди ему на скорее. Вот мой хороший. Вот мой. Даже граф к нему не подошел ни разу. А это о чем-то говорит. Свет, это просто шедевр. Я уж и не помню, когда ты последний раз нас так баловала. А я не помню, когда ты последний раз ко мне прикасался. Что? Ты перестал даже просто прикасаться ко мне. Свет, ты же знаешь. Новый объект, гигантский. Бюджет расползается. Я вон, видишь, как... Ленка, помнишь, в детстве я когда так одевался, всегда говорила, папа опять ищет деньги. Ленку приплел. Как мило. Свет, что-то ты стал такой... Доброе утро. Доброе. Доброе. Видишь, как мама расстаралась с утра. Да. Сначала все испортит, а потом пироги. Что я испортила? Дайте спокойно позавтракать. Я не против, что ты встречаешься с этим Максом. Я не против, что ты ночуешь у него в общежитии. Лен, ну, действительно, ну, что тебе эта свадьба, ну... Ради только штампа в паспорте. Ты не беременна? Ну-ка сядь. Сядь и успокойся. Потому что я действительно ничего не знаю про этого Макса. Пускай придет, расскажет о себе. Он уже был здесь не раз. Мог бы рассказать. Ничего, пускай еще раз придет. Не знаю, придет ли он вообще сюда когда-нибудь после вчерашнего. Какой нежный. Придет, скажи, что я приглашаю его. В качестве примирения отнеси ему моего пирога. Опусти пониже. Теперь он точно придет. Клавдия Васильевна. Здравствуйте. Настя! Одевайся. А ты на свадьбу торопишься? Слушай, уже не смешно, хватит, а? Ну, извини. Кот. Перестань, чё ты? Что? Перестань, иди сюда. Ты же сама со мной вместе придумала, так? Угу. Ну и чё это? Ну я же девочка. Конечно. Я ревную. Сейчас влюбишься. Кого, в нее? Да. Слушай, я тебя умоляю.
Ты сама все прекрасно знаешь. Полгода, максимум год. Будет строчка в резюме, будет опыт, будут связи. Разведусь, уйду из компании, перейду в другую фирму. Вот все идет по плану. Я не понимаю, почему водитель говорит, что она прям бросилась под колеса. Это как? Водитель тебе скажет. Максим, что произошло, а? Вы что, поссорились? Мы нет, не ссорились. Все нормально было. Но утром она была у тебя. Нет, не была. Но она же тебе пирог понесла. Игорь Владимирович, какой пирог? Вы мне позвонили, я сразу сюда приехал. Господи, боже мой, сама предложила отнести этот дурацкий пирог. Ну что, сознание ясное. Пройдите, только не тревожьте ее расспросами. Спасибо. Макс, ты идешь? Да, да, конечно. Мама. Доченька моя. Господи, мама. Миленький. Мамочка, ты была права. Он предатель. Что? Максим! Она у него все время была. Она со мной за папой, была с папой за твоей фирмой. Тише, тише, тише. Тише, тише, мама. Мама, не уходи. Тише, тише, я не уйду. Что ты, милый, что ты? Тут ты только успокойся. Успокойся, пожалуйста. Все. Господи, милый мой. Да, нормально все. Вроде живая, да. Но я не знаю, что делать. Ну, откуда я знаю это? Ну, и сколько она, по-твоему, по двери постояла? Ну, вот именно. Значит, не будет свадьбы. Настя, ну, как? Ну, не будет и все. Таких дур в Москве навалом. Игорь Владимирович, я могу все объяснить. Игорь, Игорь, боже мой, какой кошмар, ужас какой-то, как? Слушай, ну, слава богу, что так все случилось. Я не про аварию, конечно, я про Максима этого. Ты знаешь, он мне сразу не понравился. Он еще когда сюда в офис к нам, помнишь, приходил, я еще тогда подумала, что... Что мешает тебе, да, сейчас? Да, Оль, мешаешь. Ладно, мог бы так сказать. А я так и говорю, Оля. Хорошо. Так. Оля, ты моя дочь, понимаешь? Да понимаю. Ладно, встань. Оп. Не мешаю. Организм молодой, справляется быстро. Думаю, через пару недель уже и выпишем. А так, можно сказать, все в норме. Что значит сказать? Можно сказать. Ну, учитывая все обстоятельства, я настоятельно рекомендую Лене пройти несколько сеансов групповой психотерапии.
Вы хотите сказать, ей нужен психиатр? Психотерапевт. Я никого не просил меня спасать. А вы думали, что будет с вашими родителями? Это моя жизнь, и решение в ней я принимаю сам. Вы в курсе, что это фраза из рекламы? А ты у нас тут самая умная. Может, расскажешь, зачем ты здесь? Если Лена захочет, она расскажет свою историю. Лена, ты готова? Да просто нет никакой истории. Парень, за которого я собиралась выйти замуж, изменил мне и... Вот и все. А это несчастный случай. И одно с другим не связано. Никак. Сергей вены резал. Он недавно в группе. Рита таблетки глотала. А Влад? Влад, ты знаешь, я здесь 2 недели, я ни разу не слышала, чтобы он разговаривал. Все время молчит. А ты переводчиком работаешь, да? Нет, подрабатываю. Я еще учусь. Ну, с английского переводишь? С арабского. Нифига себе. А ты сюда чего ходишь? Я хочу разобраться, что случилось с моим парнем. Он 2 месяца назад шагнул с крыши, оставил записку, одно слово. Прости. Я не верю, что это самоубийство. Потом выяснилось, что он связан с какими-то бандитами. Может, убили, я не... Ну, а полиция? Им-то какая разница? Самоубийство, все, дело закрыто. А мне теперь с этим жить. Я вот здесь смотрю на этих ребят, и я понимаю, что мой Славка точно таким не был. Мне жаль. Толь, надо еще кафе договориться. С вами все в порядке? Да, да. Все нормально, нормально. Девушка, подойдите сюда. Молодому человеку плохо. Да вы что, не надо, спасибо. Все, все хорошо. Что, сердце? А? Да, чего-то прихватило. Сейчас сидите спокойно. Наташ, я к тебе сейчас молодого человека приведу. Да, симпатичного. Сделайте ЭКГ. Девушка, не надо, спасибо. Все в порядке, вот просто перенервничал немного. Все прошло. Ну что ж вы, девушка, заставляете его так нервничать? У нас все в порядке. То есть у меня. А ЭКГ вы все-таки сделаете. Сердцем не шутят. Обязательно. А вы уверены, что все в порядке? У меня девушка умерла. Два года мы были вместе. Я думал, все нормально. Оказывается, она скрывала меня от родителей. Почему? Потому что я чурка. Серьезно? Ее родители не дали проститься с ней. Не подпустили к гробу.
первый раз, когда они меня увидели, такой скандал захотели. Запретили встречи, сменили телефон. Не выпускали ее из дому. Если бы я знал, что все так, что она выбросится из окна. Надо было увезти ее из Москвы. Пусть бы они бесились, подавали в розыск, пусть бы меня посадили. Но она была бы жива. Знаешь его? Я сейчас. Цветы для девушки? Я передам. Свободен? Ты еще не понял? Пошел вон. А что? Что ты ему сказал? Сказал, что ты не хочешь его видеть. Ага. С этим что? Нужен? А, нет. Давай я тебя провожу, а то вдруг вернется. Судя по скорости, с которой он стартовал, я думаю, он уже далеко. Надеюсь. Спасибо. Я что-то болтаю, забыл представиться. Руслан. Лена. Идем? Да. Фотографию забыли. Да, давайте сюда. Спасибо. Алло, привет. Привет. А ты что, забыл, что у меня день рождения? Я ж тебя поздравил. Ну, я думала, что мы увидимся. Ты же сказал, что ты приедешь. Нет, я сказал, может быть. Мы ни о чем не договорились. А. Ну, так давай договоримся. Приезжай. Послушай. Я хочу сделать паузу. Нет. Да, ты хотела бы меня увидеть, а я хотел бы сделать паузу. Давай сделаем так, как я хочу. И не надо звонить мне по ночам. По работе? Да надоели. Отключаю телефон. С днем рождения. Ну, что там у тебя на работе? Я допустил ошибку. Поверил Максу. Я всегда чувствовал, что он гад.
Ну, ты оказалась права. Угу. Ты думаешь, легко было говорить «нет» и выглядеть стервой для Лены, которая, как ей казалось, его любит? Ой, может быть, и любила, дурочка. Ты молодец. И все? Что? Ничего. Знаком этот человек? Гражданка Сабурова, это ваш муж, Закир Сабуров. Вот это ваше имя, Амина. Вы можете ничего не говорить, кивните, и этого будет достаточно. Амина, вы познаете своего мужа, Закира Сабурова. Я так понял, что да. Привет. Привет. А ты чего тут? Я на ЭКГ. С цветами? Ой, цветы – это тебе. Подумал, вдруг тебя здесь встречу. Представляешь, какая удача. То есть, совпадение. Да. Спасибо. Мои любимые, кстати. Как ты угадал? А это тоже мои любимые. Понятно. Когда выписываешься? Прямо сейчас. Я тебя увидела, когда собирала вещи. А у меня через 5 минут запись. Знаешь, напиши мне результаты. ЭКГ? Хорошо. Ну? Что? Ну, ты возьмешь мой телефон? А, да. Прости. Привет. Привет. Ну что ты стоишь на холоде, а? Нормально. А это кто был? А, это знакомый. И цветы тоже он подарил. Ну да. Так, ты вещи забрала? Да, они наверху. А выписку взяла? Я все поняла. Давайте, вы за вещами, я за выпиской. Угу. Мы с папой тут подумали, может быть, слетаем куда-нибудь на пару недель. Отдохнуть вместе. Я и так очень много пропустила в институте. Сейчас, секундочку. Алло. Привет. Новый знакомый? Откуда ты знаешь? Чувствую. Ладно.
Ну, как кардиограмма? Хорошо. О, я рада. Переживала? Конечно, переживала. У тебя тогда на лавочке вид не очень был. Что делаешь? Ничего. Вот сейчас с тобой разговариваю. Могу я как-то компенсировать твои переживания? Какие? Какие? Да все. Может, кофе угостить? Ну, кофе – вариант не для сердца, конечно. Да, ты права. Кофе вреден для сердца. Ну, может быть, тогда просто прогуляемся? Да. Давай с удовольствием. Угу. День ходит на могилу. Ходит и ходит. Хоть бы постыдилась. Он же террорист, бандит. Вот из-за таких о нас и думают, что все мы здесь боевики. Что случилось, Амина? Ничего. С тобой не здороваются. Не обслуживают в магазине, не сажают в маршрутку. Если дальше будешь терпеть, завтра закидают камнями. Я не буду терпеть. Что ты сделаешь? Здесь ты под присмотром полиции. Если хочешь отомстить за мужа, уезжай. Я бы тоже поехал, но кому я там нужен, коллега? Здесь мы слабы. Твой муж потерял жизнь. Я не хожу. Просидел 7 лет в тюрьме. Если действительно хочешь отомстить за мужа, забирай сына и уезжай в халифат. Что ты ей голову забиваешь? Оставь Амину в покое. Посмотри, что с ней стало. Не разговаривает, не ест. Вся почернела. Это траур. Она потеряла мужа. Ты сына, я брата. Хватит. Хватит. Это вы с Закиром потерялись и ослепли. Больше не разговаривай с ней и с мальчиком. Я тебе запрещаю, ты понял? Да ты пойми. Я главный в этом доме. Лучше бы тебе тогда голову оторвало. Английский, немецкий, испанский, ну и арабский. Почему арабский? Ну, я начала его изучать в Ливии, когда мне было 10 лет. Мы там жили 2 года, потому что папа управлял стройкой. А я долго жил в Каире. Там закончил школу до этого. Каждый год менял школу. Мой папа журналист, он мотался по всему Ближнему Востоку. Иордания, Палестина, Египет. Мама не выдержала, и они развелись. И после этого мы вернулись в Россию. А мама русская? Да. Папа иранец, мама русская.
Она умерла 2 года назад. Мне очень жаль. Мне ее не хватает. Знаешь, я только сейчас стал понимать, как же ей все-таки было сложно. Уехать из России, мотаться по всему Ближнему Востоку. Она любила отца. Очень сильно любила. Ну, а почему они расстались? Она любила отца, он любил свою работу. Ее любви не хватило на двоих. Извини, загрузил тебя. Нет. Все в порядке. Я просто тоже об этом думаю. О том, что почему люди встречаются, влюбляются, и внезапно все рушится, исчезает. Это очень часто происходит. Ну, а ты учишься или работаешь? Работаю. Где? Нигде. Как так? Я программист, сижу дома, выполняю заказы своих знакомых. Вот. То есть ты хакер? Ну, типа того, да. Но все в рамках закона. Конечно. Что бы ты еще сказал первой встречной? Перестань, ты не первая встречная. Смотри на цель. Расслабь руку. Супер. Пробуй. А ты что, можешь? Мазила. Это потому, что ты торопишься, не спеши. Бери. Нормуль, нормуль, давай дальше. Расслабь руку. Смотри только на цель. А ты сам подхвати. Смотри, учу. Пробуй. Есть. Ну, вот так, красава. Поздравляю, выбирай. Медведь, давай. Так, ну давай еще раз, а теперь сама. Сейчас подкачу. Давай, давай. Да не парься, на, держи. Оставь себе. Я не с тобой разговариваю. А я с тобой. А, на, надо. Держи. Че Маша зарывает? Слышь, ты чурка! Пойдем. Вечно одно и то же. Да они просто уроды. Да нет, они просто сказали то, о чем думают все. Я чурка, кто еще там? Муслим, чужой. Что за глупости? Послушай, ты думаешь так же? Я так не думаю. Скажи мне честно. Честно, я пойму, все в порядке. Я честно говорю, что я так не думаю. Ты знаешь, я вот когда жила в Ливии, мне очень понравилось. Настолько понравилось, что я решила пойти на арабиста. Я хочу работать и жить на Востоке. Я изучаю Коран сама. Изучаешь Коран? Да. Это такая же мудрая книга, как Библия. Только придурки не читают ни того, ни другого. Дело вообще не в религии. Нет чужих. Есть придурки. Вот и все. Да, ты права. Извини. Да все нормально. Я тебя понимаю. Давай еще просто погуляем и все. Давай. Вы, простите, вы что хотели? Я... Да, я работаю с вашим мужем. С Игорем. А что с ним? Вы пройдите, слушайте, пожалуйста, проходите. Нет, нет, пройдите. Спасибо. Что случилось? Да, случилось. Я... Подождите, вы пьяны? Да, я пьяна. Я пьяна, потому что Игорь любит меня. Да ладно. Мы вместе уже год, и... А он же очень там, благородный, год. Да, он благородный и не может никак решиться. Пошлю все. Сейчас покажу вам фотографии.
Короче, вот. Это мы в Египте. Боже, какая. Что-то надо делать, да? Такой, нет, что тут сделаешь? А, нет, ну я бы, наверное, конечно, после всего этого развелась. Простите меня, какой бред. Простите, извините, пожалуйста. Да, до свидания. Завтра хочу на выставку сходить. На ВДНХ, виртуальная реальность. Надеваешь такие очки. Не знаю, прикольно. Пойдешь? Да, пойдем. Угу. Ну, пока. Спасибо тебе. За что? За этот день. Было здорово. Пока. Пока. Мам! Да, мам! Я здесь. Мам! Мамочка! Что случилось? Все хорошо уже. Это к тебе скоро приезжал? Ничего, укол сделали, уже все в порядке. А что болит? Сердце прихватило. Мам, почему? Что? Ну скажи. Папа! Да! Бегом сюда! Иду, иду. Поехали в больницу, а? Мама. Папа, что быстрее, мама скорая была. Что с тобой? Убери руки свои от меня. Какое право? Она имела прийти в мой дом. Кто? Лена, выйди. Выйди немедленно. Подождите. Фотографии эти. Показывать, где вы с ней. Какие фотографии? Листать на телефончике. Папа. А? Я все объясню. Выйди, Лена, немедленно. Выйди. Мне все объяснили. Мне сказали, что я должна с тобой развестись. Что ты уже год как любишь ее. Послушай, уже год как все закончилось. Пошел вон. Пошел вон. Не знаю, что сказать. Не надо ничего говорить. А что теперь будет? Не знаю. Я тебя никогда не брошу, мам. Да, пришла, да, поговорила, потому что нужно было уже что-то с этим делать всем. Дура ты. Угу. Дура. Это было оскорбительно и нагло прийти в семью. Да. Вам номер на сутки? Дня три. Живу пока у вас, а там посмотрим. Хорошо. Руслан, ты извини, я не смогу пойти с тобой на выставку. Что?
Что-то случилось? Да, случилось. Но я потом расскажу. Я, правда, не могу сейчас говорить. Лен, я сейчас приеду. Не надо приезжать. Ну как, надо? Зачем? Ну, потому что тебе плохо. Ну. Я это чувствую. Если ты хочешь. Скоро буду. Спасибо. Чувствуешь? Закрой рот. Лена, ты выслушала меня тогда. Теперь я готов слушать. Настоящая причина нашего знакомства — быть рядом, когда это нужно. Просто неприятно осознавать, как все устроено на самом деле, понимаешь? Раньше все было как-то понятно, цельно. У меня семья была. А потом я захотела создать свою семью. У меня была любовь, у меня был Максим, все было круто. А потом все рухнуло. И я просто не понимаю, как такое вообще могло произойти. Все разлетается на куски. Дай руку. Идем. Куда? Видишь? Держи. Я? Да. Я не умею. Да ладно, это все просто. Дыши. Спокойнее и смотри на мишень. Все. Предохранитель. Оп. Аккуратно. Ай, извини.